Вы видели конфликт Арсена Авакова и Михаила Саакашвили? Нет. Не знаете о нем ничего? Ничего. Подробно. Я считаю, такой конфликт недопустимый в сфере правительства. И эти люди отвечают за целую страну и считаю, что такие конфликты не должны выставляться на всеобщее обозрение. Но я вообще не становлюсь ни на какую сторону. Если так министр делает, как же будут рядовые сотрудники делать? Они за собой сводят счеты. А народ от этого не прибыли, не убыли. Я думаю, что это подтверждает, что национализма в Украине нет. Потому что грузин и армянин на русском языке спорят о том, кто из них украинец. Люди на Майдане не за то стояли, чтобы видеть своих же лидеров, которые выясняют отношения таким образом. А все-таки Саакашвили, конечно, выглядит достойнее наших соотечественников, к сожалению, но это факт. Пока глубоко не изучу этот вопрос, отвечать не буду на него.